что такое Новый год? Новый год – это такой праздник, который случается зимой в январе 31-го. Стоят елки с огнями и украшениями. И приходит Дед Мороз, кладет под елочку подарки. Новый год – это когда все радуются и наряжают елку. И на Новый год запускают салют, фейерверки. Кто такой Дед Мороз? Дед Мороз – это добрый волшебник. Он хорошим детям дарит подарки, пока все спят. Это тот человек, который разносит всем подарки. На улице его можно узнать по-любому. Например, как по бороде, по посоху. Дед Мороз с белой бородой, в красно-белой шубке и в шапке с белым помпончиком красным. Помогают ему Снегурочка, пингвины, гномы, снеговички, собачки и многие-многие другие волшебные животные. Эльфы делают подарки. Да подарки сделаны они в грузе сани, чтоб Дед Мороз мог отправить детям. Что можно делать с Дедушкой Морозом? С Дедушкой Морозом можно повеселиться, загадать желание, разгадывать загадки, стихотворение почитать, хоровод показать, играть, веселиться, танец снежинок будем танцевать. С ним можно играть в снежки и на горке кататься. Что бы ты подарил своим родным, если бы был Дедом Морозом? Я бы подарил те, которые они написали в письме. Я бы был добрым Дедушкой Морозом. Подарил им счастье, доброты и много-много друзей. Я бы родителям подарил счастье, добра. Чтобы были хорошие, чтобы были крепкие, то выросли бы быстрее. Папе новый автомобиль, а маме косметичку. Маме бы новую иголку, если она сломала семью. Папе бы компьютер новый, если он разбился. Счастья, здоровья и любви.